Новогрудок – один из старейших городов Беларуси, известный своей богатейшей историей. В его летописи есть и кровавые страницы. В 1941-1943 годах фашисты создали здесь гетто, где уничтожили более 6000 евреев. Именно отсюда был совершен беспрецедентный побег заключенных, о котором написаны книги и сняты фильмы. На оккупированной территории Гродненской области нацисты создали 55 мест принудительного содержания гражданского населения. 40 гетто, 7 тюрем, 7 лагерей для военнопленных. В неволе были убиты 105 тысяч человек. Более 26 тысяч были вывезены в Германию и лагеря смерти за территорию Беларуси. До начала Великой Отечественной войны в Новогрудке мирно жили люди разных национальностей. 63% жителей составляли евреи. Вместе с белорусами, русскими, поляками и татарами они строили и развивали город. Учились, торговали, ремесленничали. Немцы захватили город 4 июля 1941 года. 26 июля прошла первая показательная казнь на городской площади. Фашисты выгнали на улицу 100 человек и без объяснения причины расстреляли каждого второго. 26 сентября на улицах появился приказ об ограничении прав евреев. В Новогрудке установился новый оккупационный порядок. Началась настоящая травля людей. В декабре 1941 года в здании воеводского суда гитлеровцы собрали еврейские семьи. Около 6000 человек. Люди томились в ожидании, мерзли на морозе, не зная, какая участь их ждет. На рассвете появился немецкий офицер. Глава семьи отвечал на два вопроса – о профессии и сколько в семье детей. На улице ждали грузовики. Машины увозили евреев к месту расстрела Скрыдлева. Казнь проводил литовский полицейский батальон. В здании осталось около 1500 человек. Через 3 дня их перевели в гетто на Пересеке. Территория гетто на Пересеке была огорожена деревянным забором и несколькими рядами колючей проволоки. Здесь находилось около 50 жилых домов евреев. Любые нарушения правил гетто карались расстрелом. К августу 1942 года гетто было перенаселено. Продуктов питания не хватало. В это же время оккупанты подготовили вторую акцию уничтожения евреев. Вблизи деревни Литовка расстреляли около 4000 мирных граждан. Еще 500 человек были убиты там же 4 февраля 1943 года во время ликвидации гетто. Расстреливали из пулеметов и автоматов у огромных вырытых ям, предварительно заставив жертв раздеться. Свидетели тех событий рассказывали, что кровь пробивалась из могилы, фонтаном и рекой текла по дороге. Вот на таких нарах спали заключенные. К августу 1942 года гетто было
перенаселено. Продуктов питания не хватало, а воды и отопления не было. В бараках было грязно, повсюду вши. Суточный рацион заключенного составлял всего 125 граммов хлеба. За любую провинность следовало жестокое наказание или смерть. С 7 мая 1943 года в гетто на Карельщице прошла третья массовая акция по уничтожению евреев. Только по другому сценарию. Людей отводили на расстояние 300-400 метров от гетто, приказывали раздеться и расстреливали. По указанию убийц люди ложились прямо в ямы на трупы убитых и принимали мученическую смерть. После расстрела количество узников сократилось с 6000 до 1500. Очевидцы вспоминали, что рядом с ямой могилы поставили мужчину и приказали считать убитых. Он дошел до цифры 2800. Больше человеческая психика выдержать просто не могла. На месте бывшего гетто установлена скульптурная композиция, посвященная еврейскому ребенку. Девочка в костюме ангела и дерево жизни с обрубленными ветвями. Из 6 миллионов евреев, уничтоженных гитлеровцами, 1,5 миллиона – это дети. В 2019 году в Новогрудке открыли стену памяти. Это памятник, посвященный бегству узников новогрудского гетто в сентябре 1943 года. Этот побег вошел в историю как самый успешный и массовый. 250-метровый подземный ход к свободе копали 4 месяца. Через него бежало более 200 человек. Не всем удалось выбраться, но те, кто спаслись, ушли в лес, где их уже ждал партизанский отряд братьев Бельских. Музей еврейского сопротивления в Новогрудке открылся в 2007 году на месте бывшего воеводского суда, где находилось гетто. Весной 2014 года у музея заложили сад справедливости и милосердия. Средства выделил зять бывшего американского президента Дональда Трампа, чья мать была в числе сбежавших узников. В саду установлены памятные таблички с именами местных жителей, которые помогли узникам гетто, спасая их от расправы.